Упражнение «Обратное скручивание лежа на коврике». Акцент на нижнюю часть брюшного пресса. Исходное положение. Лежа на коврике, руки вдоль корпуса, ноги согнуты. Работаем в тазобедренном суставе. Подтягиваем колени к груди. Стараемся слегка подкручивать таз на себя. Выполняем подъем и выдох. Выдох. Стараемся упражнение выполнять плавно. Ноги возвращать до пола не нужно. И выдох. И выдох. Стараемся выполнять упражнение без рывков. Напрягая мышцы пресса. Чувствовать напряжение в мышцах пресса. Достаточно.